Украинские спасатели подтвердили гибель 14 человек при крушении прогулочного катера «Иволга» в Черном море. Трагедия произошла в субботу под Одессой. 22 человека спасены. Продолжается поиск еще нескольких пассажиров. Спасатели до сих пор не могут назвать их точное число. Судно было перегружено в 3 раза. По данным МВД, на борту находились больше 40 человек, хотя катер рассчитан всего на 12. Боковой удар волны перевернуло все. Кузов вверх всплыл. Как могли, карабкались наверх. Потом от нее с корпуса начали смывать. Волны усилились. Кого куда раскидало. Я думаю, что можно сказать, прямое вследствие полной халатности, абсолютно преступного отношения не только экипажа судна, но и тех служб, которые должны контролировать, что такие вещи не происходили. Для расследования создана специальная госкомиссия. Ее первые выводы – капитан судна нарушил все возможные инструкции. Он задержан, находится под охраной в больнице.